Всем добрый день! Сегодня у нас пришла очередная посылка с Китая. На этот раз пришли линзы для смартфонов, а именно называемые объективы. Пришло достаточно в жирном варианте, потому что помимо линз, которых здесь 5 штук, пришли еще и фильтры. Один из которых поляризационный фильтр, второй так называемый фильтр звездный. Рисует непосредственно на фотографиях в соответствующих местах звезды. Пришло вот в такой упаковке, помимо стандартного серого пакета. То есть здесь находятся фильтры, один из которых звездный, ну а второй поляризационный. Вставляется вот в таком варианте. Их чуть попозже рассмотрим и протестируем. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. И в настоящее время пришел вот в таком вот боксе. Непосредственно линзы. Вот такая вот коробка. Здесь представлены 5 линз. Одна из которых линза — это 110 градусов. Дальше двухкратное увеличение. Так называемый fish eye, рыбий глаз. Супер широкий угол 170 градусов. И для подсъемки макро 10-кратный зум. Внутри этой упаковки у нас находится непосредственно. Пришло, причем запечатано было в простой липкой ленте, то есть нету специализированной. То есть фирма APXL перекликается с известным редактором Microsoft по окончанию Excel и добавили только две буквы APXL. Так, раскрываем коробку. Внутри у нас находится непосредственно тряпочка для протирки линз. Дальше чехол с карабином для того, чтобы зацеплять и переносить удобно. Также здесь представлен зажим, причем внутри прорезиненной поверхности для того, чтобы не повредить ваш смартфон, и для различных толщин. Здесь будет непосредственно от какой до какой толщины можно использовать смартфон. Дальше здесь две резьбы, чтобы можно было удобней располагать непосредственно на смартфоне. Либо сюда закреплять, либо сюда. Все зависит от того, сколько у вас линз и на какой вы будете основной камере ее применять. Дальше есть тут еще называемая инструкция. Есть английский язык и, как обычно, китайский язык. Дальше у нас находится непосредственно сами линзы. Причем эти линзы упакованы в силиконовый чехол для предотвращения от ударов и сохранности ваших линз. То есть на каждой линзе подписано, для какого объектива линзы предназначен этот чехол. Вот у нас телефото, двухкратное увеличение. Дальше фишай, либо рыбий глаз. Дальше супер широкий угол 170 градусов, дальше широкий угол обычный 110 градусов и макро 10-кратное увеличение. Внутри каждого чехла у нас находится линза, в данном случае макро. Давайте ее вскроем. Все выполнено из металла, достаточно хорошо. Посмотрим, как это все будет вести себя непосредственно на смартфоне. Вот такая вот линза. Сейчас макро мы не видим. Дальше широкий угол 110 градусов. То же самое, все упаковано, как вы любите. Открываем при вас. Дальше супер широкий угол. Причем на широкий угол, на макро и телефото можно накрутить фильтры, то на супер широкий, сами понимаете, это будет достаточно сложно сделать, ибо здесь резьбы нету. Следующий у нас — это рыбий глаз. Такой вот. Здесь тоже отсутствует резьба, ясно. И понятно, по каким причинам невозможно накрутить непосредственно фильтры. И в основном так, для
художественной съемке применять этот рыбий глаз. И последний у нас идет телефото. Такой вот объектив. Здесь тоже присутствует резьба, как на широком угле 110 градусов, так и на макро. И резьба непосредственно для того, чтобы прикручивать к креплению, когда вы будете все это размещать непосредственно на смартфоне. Можно выбрать различные комплектации, можно это все купить и по отдельности, но когда покупаете вы сразу же все, достаточно хорошая скидка получается, нежели покупать все это по отдельности. Хотя, возможно, вам понадобится не все. Дальше только ваше личное творчество и прямые руки для того, чтобы все это применить непосредственно в том деле, которым вы занимаетесь. Я купил это для съемки в большинстве случаев, где-то 80% для видео, в меньшей степени для фото, которые в дальнейшем буду применять и использовать. Линзы мы сейчас успешно протестируем и посмотрим, как они себя ведут непосредственно, возможно, даже на двух смартфонах. На Asus Zenfone Max Pro M1 и HTC Desire 825 Dual SIM. Сейчас мы сделаем некоторую композицию и протестируем каждый из этих стекол непосредственно на смартфонах, о которых я уже сказал чуть выше. Тестируем широкий угол 110 градусов на Asus Zenfone Max Pro M1. Приступаем к тестированию широкого угла 110 градусов на HTC Desire 825. Тестируем супер широкий угол 170 градусов на Asus. Тестируем супер широкий угол на HTC. Мы начинаем с фишая. Давайте смотреть, как все выглядит непосредственно на Asus Zenfone Max Pro M1.
теперь, как это все выглядит на объективе Fisheye, непосредственно на смартфоне HTC 825 Desire. Линза макро 10-кратно. Приступаем к тестировать непосредственно на Asus Zenfone Max Pro M1. И тестируем на HTC 825 Desire то же самое макро 10-кратное. Приступаем к тестированию телефото объектива на смартфоне Asus Zenfone Max Pro M1.
Приступаем к тестированию телефото на HTC Desire 825.
как видим, все у нас прекрасно работает. Нужны ли эти линзы вам? Каждый решает сам. Я свой осознанный выбор сделал и результаты представил вам здесь. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.